для фанатов спиритуального феншуй я хочу продемонстрировать самую роскошную космическую мандалу-мудру. Что такое мудра? Мудра – это поддержка. В данном случае я сижу на стуле. Для меня данный стул – это поддержка. Поэтому, что такое мандала-мудра? Как она выглядит? Она выглядит вот таким образом. Она очень красивая. Это гора Меру и 4 континента. Север, восток, запад, юг. И когда вы делаете мандала-мудру, вы подносите Буддам всю Вселенную. Все звезды, солнце, луну, корову, исполняющую желания, пшеницу, кристалл, исполняющий желания. То есть это невероятная мудра. И второй вариант, как вы можете сделать мандала-мудру, это когда вы делаете ее с малами. Потому что в данном случае данная мудра будет иметь просто фантастический эффект.